Отдам в хорошие руки. Здравствуйте, я по объявлению. Это вы отдаете сердце в хорошие руки? Я. БУ? Да, оно любило 3 года одного человека. Ну, 3 года эксплуатации – это довольно большой срок. А почему отдаете? Его прошлый владелец обращался с сердцем не по назначению. Он его ломал, резал, играл с ним, вонзал в него острые предметы. Сердце болело, кровоточило, но по-прежнему выполняло свою основную функцию. Любила его. И однажды тот, кому оно принадлежало, разбил его. Как разбил? А вы в ремонте были? Что вам сказали? Восстановлению не подлежит. Так зачем же вы подали объявление? Неужели вы думаете, что кому-то нужно ваше разбитое сердце? Я верю, что есть на свете человек, который сможет склеить его из осколков. Верю, что он не пожалеет на это любви и времени. Верю, что он сможет дать ему вторую жизнь. Я готов попытаться. Это, конечно, будет трудно, но результат того стоит. Вы можете дать мне какие-нибудь гарантии? Если я смогу его восстановить, смогу оживить ваше сердце. Сколько еще оно сможет любить, пока оно бьется? В объявлении вы указали, что дадите сердце только при одном условии. Да, я должна быть уверена, что вы не станете причинять ему боль. Но, к сожалению, я не могу видеть будущего. Не могу с уверенностью обещать вам, что оно больше не будет страдать. Все, что я могу на сегодняшний день, это дать вам взамен свое сердце. Я согласна. Меня тоже устраивают все условия контракта. Значит, встретимся завтра? Для обмена? Да. До свидания, любовь моя. До завтра.